Всем добрый день и всех с праздником, с Днем Победы! Мы приехали всей семьей в музей Задорожного. За моей спиной, видите, там уже вовсю гуляния идут, так что мы идем. С нами даже сегодня мама Галя, наша бабушка. Так что пойдемте, наверняка будет интересно, посмотрим. Он пока иду. Я вам покажу, вам, наверное, видно, сколько там народу. И это, говорят, это еще немного. Я-то сюда приехала первый раз, а Женя с Денисом и с Ликой здесь были уже не один раз на День Победы. И говорят, что это немного народу пока еще. Ну, сейчас пока основные события, так скажем, здесь не начались. Так, какие-то там песенки поют. Вот, поэтому, но... Уже народ подтягивается. Так что мы приехали. Во какой! Первое, что нас встречает. Танк. Ну, я не буду подробно рассказывать о технике, потому что мы сюда пришли праздновать праздник, скажем так. Вот, потому что здесь такой большой музей, что это, ну, вообще другая отдельная история, чтобы все это прийти и показать. Во! Так, чуть-чуть все-таки покажу вам технику, но не всю. Так, немножко. Вообще музей, это музей военной техники считается. И вот этот вот Задорожный, как его? Вот, Вадим Задорожный, он каждый год обновляет экспозицию. Они сами, тут у них целая команда, которая занимается восстановлением, розыском техники всякой. Вот, смотрите. Там полевая кухня уже работает вовсю, вон там. О, полевая кухня. И вон, песни поют. Я вам покажу общий вид, как все это выглядит, какая здесь атмосфера. Здесь даже тир есть. Смотрите. Классно так. Смотрите, какой танк стоит. Прям с разорванным дулом. Ой, как удержаться все? Мы, в общем, пришли на праздник. Ну, как все это удержаться и не показать вам? Смотрите, детки катаются на машинках советских времен. Они все работают. Знаете, как здорово? Классно, да? Смотрите, как здесь все оборудовано. Какие штучки висят. А вот там полевая кухня. Ну, вот тут-то шашлыки, смотрю, продают. Класс. Смотрите, так приятно дымом пахнет. Вам видно дым, как уйдет от полевой кухни. А там поет. Ой, прям не могу. Ой, ночные волки, как мы их ждали. Перестань.
посмотрите, они встали здесь перед музеем, таким перед зданием музея. Ой, какие они классные все. Да, конечно, ночные звуки, они, конечно, молодцы. Это вот не молодежь, которая гоняет на всяких мотоциклах. Нет, там есть молодые, но есть совсем бесшабашные. А эти здесь всякие есть, но они настолько серьезные. То есть они серьезно занимаются этим. У них целая своя территория есть. То есть тут все возраста и... Поддержка от них большая. Вот видите, здесь они тоже фотографии на деткам разрешают посидеть на мотоциклах, на своих, на байках, принимают участие во многих фестивалях. Даже как-то они к нам в Щукино приезжали, вот просто маленький райончик, а они приезжали к нам, не помню, День города, что ли, устраивали показательные выступления. Вот такие они молодцы. Смотрите. У нас только что прошел дождь, и мы спрятались вот в этом музее. Но это, в этот музей надо приходить отдельно. Он огромный, на трех этажах. И вот смотрите, они так и стоят. Прям не могу. Я не могу держаться, чтобы еще раз не показать их. Ночные волки. А сейчас мы идем на парад военной техники. Смотри, едут. Снимай, отмени. Видишь? Да, дальше флаг победы. Вон еще сзади их едет. Сзади, да, идет маленький. Где 37? Вот этот на 37.
У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. И ночи, битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день мы победили. Так, у нас пошел дождь. Так, ну что, основной парад прошел все-таки под солнцем. А сейчас вот все, что прошло, вся техника, перезашили к ней подойти и фотографироваться. Представляете, вся эта техника на ходу, вся восстановленная. Классно. Так что, вот такой парад военной техники. А вот... как я уже сказала, у нас пошел дождь, так что я заканчиваю свое видео, потому что мы уже все мокрые, в принципе, сейчас уже поедем домой. Вот такой праздник прошел в музее военной техники Вадима Задорожного. Так что, если кому-то интересно, находится это в Архангельском. Здесь рядом, кстати, усадьба Архангельская. Так что, всем пока-пока, еще раз с праздником, мирного неба над головой и всем здоровья. Все, еще обязательно увидимся.